Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер. Yes. Ну, в общем, мы играем в Cryofear, кооператив за ментов. И поднимаемся мы снова на улицу, твою мать. Я думал, мы в метро будем бегать. Слишком тихо вам, не кажется? Не, слышите такой тук-тук-тук-тук? Ой-ой-ой. А, это что, конец? But somehow we survived it. Working together. We managed to stop Simon by cutting off the chain of events that would have led to a sorrowful destiny. А, это вот Саймон с его подругой идут куда-то. По-моему, это друг. Друг? Да, ну, по-моему, это подруга была. Ой, что-то я не хочу это смотреть. А, это автор. Андрес Ронаберг. Давайте я дисконнектнусь, ладно? Тут сейчас скримеры. Думаешь? Не люблю я это делать. А, ну, в общем, ребят, на этом все. А чё, нормальная серия? Главное, здесь нормально интересно. Авторов, слышь, здесь нормально авторов. С вами были S, The Master. Слышь, это реально смешная игра. Вот знаешь, хорроры нужно играть реально вместе. Хорроры становятся смешными, когда играешь в них толпой. 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 Ну, втроём это же уже толпа. Толпой завалились сюда. Вот, ну вот ладно. Тебе и один человек, тут уже сколько их было. Ну да, и дофига. Ну, может, типа, это была идея изначально одного чувака, потом его не дорабатывали, дорабатывали. Не, ну это девка, что ли, делала? Да, может быть. Зачем они всех крови сделали? И экран сейчас со скримером, наверное, какой-нибудь будет. Это не красотка, поэтому я отключился. А нет, ну чисто титры пошли на белом экране, я уже испугался, значит, напряг булки. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. С вами были S, Азотчик и Демастер. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Личные приключения. Обязательно комментируйте под видео. Блин, что-то быстро редлайны ушли из моего инвентаря. Я тебе сейчас скрин скину. Как редлайны уходят из моего инвентаря? Все, дисконнект пишу. Да, ну что ж, на этом все. Всем удачи, всем пока, дорогие друзья. Yes, очень помешайтесь. Удачи. Всем пока.